Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Мелкий окунёк уже кидается на нее. Чего? Он все там кипит. Там в курье тоже. Вон, видишь, что творит. Вон они вдоль берега херачат. Сегодня солнце, поэтому... Опа, кто окуни чебулькает на эту штучку. Надо в эту съездить, Костя, в курью. И чё? Ну, минут 40 там порыбачим, потом на песок приедем. Да? Ну. Во-во-во, я веду вам рыбу. Вот он, ясь, вот. Ясь. Все, отвернулся, назад пошел. Вон щука, о, смотри, щука на берег выскочила. Сегодня, видать, хорошо будет щука ловить. Вон, смотри, что там вообще все кипит. Не хочешь, пойдем на песок сначала, попробуем. Там-то реально на берег нужно вылезти. Где? Вон там. Тут что ли? Да. Я вчера там выходил. Там жижа. Глина, тина. Вот тут рыба тьма. Вон она, вот щука плавает. Вот она. Да, вижу, вижу. Трава есть, в траве есть рыба. Так, все, мы, получается, встали, да? Вы с этой стороны будете рыбачить? Где? Ну, он стой, наверное, да, Витя? Надо определяться, где эту кукурузу бросить. Стой будет, с этой каумы, одна трава. Блин, в траве рыба сидит, однако. Маленькую тут глубину сделал. Это еще и маленькая глубина у тебя. Сейчас я отрегулирую. Как ты регулируй, что ты? Регулировать-то от дна надо, а не от верха. Митя, ну-ка эту палку мне приподними. Мальчук. Да видел я. Да, ванилинчик надо покупать, все, пора. Да? Видя, ты за поплавком следишь? Да. Ну, тушат,
Надо на берег ехать. Надо на берег ехать. Почему? Ну, потому что так за него опять и будешь рыбачить. Все, поедем? Сейчас. Сейчас подожди, мы еще по одной рыбке поймем. Витя, спишь? Оба. Ведь ты чего? А вдруг там не будет, Костя? Ну-то хорошую рыбу он упустился. Ты видел, Костя? Видел я. Щука со всех сторон плавится. Везде, ага, шумит. Ожрали, сматывай. Кукурузу напяль. Так поедем же? Ну да. Ну, может, будет там клевать? А если не будет? Так это давай нас вот здесь высадишь. Где? Ну вот. Куда? Вот сюда, на берег. В глину, что ли? Ну а чё? Попробуем. Выйдем, выйдем, не выйдем, не выйдем. Давай там у этого... У ямы посмотрим, может там выйти, нет. Только аккуратно смотри. Он не тут не и на кукурузу будет клевать. Это, Витя. Я сейчас догоняйки прицеплю. Слышишь меня? Аккуратно, где? Ведро. Ой, молодец. Аккуратно. Придави ее хорошо. Эх, ё-моё, куда ты узел-то вяжешь? И, блин, куда тех этих больших пыздриков дели? Сейчас бы на пыздрика ясь бы всяко разное его хватал. Пыздрик? Ну, пыздрики эти, силиконовые. Она клюет, то клюет, а я что, здесь езей тоже ловить, что ли, буду? Какая щука? Ты видела, какая там щука? Опа! Ну это, слушай, это не трофей. Догоняйки от Антона Юрьевича работают. Видишь, в этом году он на это толще флюоркарбон поставил. В том году тоненький был, щука махом съела. Что, все у вас? Не клюет больше? Опа, у меня что-то клюнуло. Блин, сорвалось. Нет, идет. Идет, идет. Щучка, что ли? Щучка, ага. Не отгрызла бы она мне. Они же без поводка. Первую взяла. Разговаривает, смотри, что. Кушок. Оп, кто-то на глубине хватал. Ага. Смотри, что, опять щучка. Ты правда? Да. Вот, а ты говоришь, что это щука. Она тоже не крупная. Там ну и там, ну тоже не крупная. Ох, о, вот стайка изей.
борется. Блин, она мне ее заглотила, что ли? Конечно. Сейчас перекусит этот флюрокарбон к черту. Твою дивизию. Его коцнуло сразу. Да. Фигню эту, но. День сегодня вообще отличный, вот с утра бы бродить. А. Вот там вот только что сплавилось. Вот слышь, шлепает. Вон, видала, где херачит? А хрен его знает, то вон жрет рыбу кто-то. Фиг докинешь. Легкие наживки. Блин, а я где свои щипцы потерял? Ты, ё-моё. Отцепились, нету. Они у меня на футболке были пристегнуты. Опа! Блин, целая вот эта стая у них. За хвосты теребят. Вода упала. Есть! Кто-то зацепился. Не! Или окунь, или ясь. Даже два! Да! Ясь и окунь! Чё, нельзя брать? А окунёк небольшой. Ну я тебе говорю, они стайками гоняются. Да? Да? Должен. Где? О, точно кто-то гоняет что-то там. О, нифига она их пригнала сюда. Ё-моё, их прям кишит. О, видите, где с удочкой надо стоять, караулить. Тут их просто тьма.
Встал и стой, жди. Вон они, смотри, во. Она их подгоняет к берегу. Смотри, что их тут. Бульк, такая толпа. Удочку бери и рыбачь. Вот здесь вот, вставай и рыбачь. На лодке лежит. Есть, у меня зацепилась. Нет. Окунь. Два окуня. О, один отцепился. Витя, ты бери удочку. Надо было ведро сразу брать. Ну вот тут они, нет, нет, раз к берегу подплывают. Ждать надо. Витя, смотри, тебе что надо, что сделать. Тебе надо, короче, сначала леску отмотать по-нормальному. Штаны-то уже задрал. Ты нашел, как тормоз действует? Нашел, как тормоз здесь? Ты что, катушку-то все в песке херач? Смотри. Так. Сейчас чуть-чуть убавлю. Что, теплое? Теплая? Нормальная. Вот, короче, тебе сюда где-то надо закидывать. Ага. И ждать. Короче, далеко надо закидывать, а стоять на берегу. Понял? Иначе они так будут бояться, не подплывут. А, вон щуку вижу. Пошла, пошла от берега. Куда-то отошла, не вижу. Куда? Значит, отсюда поушла щука почти вся. Вот, вот ходит в траве. Помешал окунек или кто там попал. И щука за ним херачит. Раз тоже схватила второго. Прикинь, щуку и окуня подцепил зараз. Ага, щука. А, окунь сорвался. Ушла. Ушла! Блин, не вижу, куда она спряталась. А, вот она. Вот. Это не она. Это окунёк, а вот она. Может, тоже возьмет сейчас догоняйку? Нет, испугалась. Вон она к берегу идет. Вон она, щука поплыла. Так, пока пропаливаю, где она. Отходит, отходит все от берега. Вниз по течению пошла. О, крупная стоит. О.
Ё-моё. Хорошая такая. Вон она. Еще одна. Вот они, прям две рядом. Не обращают внимания на эту фигню. Так. Интересно, что щука здесь есть. Но не берет. Так, вон травяночку вижу. Маленько совсем. Ясь плывет. А, вон в кусту еще стоит одна. Что-то им не нравится. Вот она, вот она. Чик, меня увидела, пошла. Стая окуньков, ельчиков. Это рыба вообще плавает тьма. В этом кусту где-то щука стояла. Щука есть. Почему-то брать отказывается. Вот он, вот пошла. С куста вышла. Еще маленько попробую, что-то поменяю. Коробочку я с собой прихватил. Угу. Травяночка. Нормально пляшет. Пытается выплюнуть. Есть контакт. Стоять, стоять. Под кусток. Смотри, одну потихоньку выдрачил. Там крупные были. О, вот опять подплыла еще одна. Ё-моё. Только отошел отсюда. Он стоит. Пока стоит. Отвернулась и в другую сторону поплыла. Ага, вижу, ее уходит. Жена говорит, килограмм на 5-6 поймала. Видно было, что крупная щука. Пробую я заменить приблуду. Поставлю своего любимого попера, который в прошлом году работал. Мошки тьма. Как не сказать, что совсем уж много, но уже достаточно. Убойный попер. Посмотрим, сейчас работает, не сработает. Где-то плавится щучка.
черт, намочил. Сейчас попробую я их подразнить хрюкалкой вот этой. Ух, тяжелая для этого спиннинга. Это хорошо и хлюпает, и хрюкает. Опа, атака была на него. Смазала. Сейчас попробую туда еще раз швырнуть. Угу. Чем еще раз дразнить-то эту рыбу? Может, время какое-то у нее подошло. Летит отлично вообще далеко. Работает прекрасно. Вот это да! Есть! Нормальная атака была! Блин! Кусты, кусты! Кусты мешают! Вся запутала за кусты! Черт, мать твою, идти! Вокруг прям обкрутила куста! Ё-моё! Куст как фрикцион работает. Так, не вижу, в какую сторону она мотала-то его. Отходи, отходи пока. Сейчас я распутаюсь. Пошли, родная, погуляем. Сидит хреновенько. Атака была красивая вообще. Все, а теперь-то моя. Это была красота. Оп. Слабые щипчики. Потерял хорошие.
Спасибо тебе, щучка, за атаку. Красивую. Люблю попером рыбачить. Видно все красиво. А вот как раз вторая тут. Где-то тут крупная же плавала еще. Помазаться. Мошка уже одолела. Ну, будем пробовать еще. Не знаю, какой фирмы этот попер. Но работает он отлично. В том году работал и в этом году работает. Поводок уже потерли. Теплоход снизу идет. Опа, опа, атака. Прям нифига, как далеко ее. Опа. Тоже в куст пошла. Эх, сорвалась. Сорвалась! Угу. Ну, в кусты идут, блин. И все, мешает. Крупная? Смотри, что в кусты не затащила. Что, вообще хорошая? А? Ну, подольше я поймал. Да? Катушка эта разматывает целиком лес. Что-то не держит, ослабло. Ну, чуть подправь. А как? Ну, по часовой подтянуть. В смысле, на фрикционе тянет? Да. Так щука. Разматывает. Так щука хорошая, она и тянет. А, да? Ну. Давай здесь. Ты ее ровно-то поставь. Ну, конечно. Что-то, а щипцы у тебя где? Там. Что ты их на себе-то не прицепишь? Ну, сейчас на. Пойду прицеплю. Сейчас. Ну конечно. Жена двух крупных добыла. Мне с крупняком не везет. О, ё-моё, вижу, блесну на кусту. Блестит. А, нифига, что-то я швырнул как-то. Непонятно. О, будет трофейная блесенка.
Я блесну нашел, он на кусту висит. А? А я откуда знаю, чья она? На ней не написано? С карабинчиком? Трофей? Витя, попшикай мне спину, а? А завтра переворачивать надо. Угу. Не знаю вообще, как эта херня работает. Блин, объектив задел, ошиблась камера. Ой. Все, он живет. Иди. Ну а червяк-то нисколько и не уменьшился. Мама, лови мне паука. Зачем? На паука буду рыбаться. Витя, червей корми. Но все равно никуда не годятся. Тетя. Там ожидать нужно. Ну, она ведет и это, не сразу берет, короче. Он ее опять клюет. О, все, наверное, попался. Подсекать надо. Выпрыгнула опять, Витя? Что? Рыба. Из ведра нет? Нет. Что это? Что, Витя, клюет? А? Угу. Домой поедем? Угу. Лови рыбу еще и поедем. Что, все, поедем? Да. Ой, блин, ногу отсидел. Сидел? А, вон бардак в лодке. Вообще, видел, сколько воды сейчас.